Разумное сочетание цены и качества. В Белэкспоцентре открылась 6-я межрегиональная выставка «Зимний салон». Свою продукцию представили предприятия и предприниматели из 28 регионов России, а также Украины, Белоруссии и Молдовы. На выставке одежда для взрослых и детей, изделия из кожи и меха, парфюмерия, бытовая техника. У белгородцев есть возможность приобрести товары не только местных, но и зарубежных производителей. Гости выставки отметили, что несмотря на сложную экономическую ситуацию и некоторое снижение покупателей, способности, потребительский рынок остается одним из самых устойчивых сегментов экономики. Его развитию и способствуют подобные выставки. Главной целью выставки, конечно же, является это насыщение потребительского рынка товарами. Продвижение на внутренние и внешние рынки конкурентоспособных отечественных товаров из различных регионов Российской Федерации.